Меня зовут Кондраков Сергей Борисович. Я представляю Российскую академию народного хозяйства и госслужбы, факультет Высшей школы финансового менеджмента. Но если говорить о любимых учителях, то вы знаете, наверное, первая учительница, которая меня учила в 1972 году, вот самое запоминающее впечатление. Звали ее Галина Леонидовна Хабибулина. Прекрасный человек, до сих пор помню. Учитель, особенно начальных классов, должен относиться к детям как к детям, да, не к каким-то потенциально великим ученым, там, я не знаю, космонавтом, кем, профессионалом, в общем-то. Сначала надо увидеть ребенка, понять, к чему он склонен, я не знаю, и дальше вести их по жизни, по крайней мере. Это очень... закладывается фундамент, на самом деле, вот всей образовательной системы, вот именно в начальной школе. Детям надо прививать интерес, прежде всего, к образованию, к учебе, а все остальное потом приложится. Дети, они умные, особенно мелкие.